перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Корочки только небольшой. Вот, с нами здесь сам Алексей Сергеевич. Скажи привет, Лёнь. Привет. С нами здесь сам Александр Мафон. Ты себя лучше показывай. Вот, меня узнали, в принципе, меня узнали. В принципе. Узнали, главное? Вот это диджей Кейв, вот, смотрите. Сейчас покажу, что он нам показать хочет. Что это Кейв? Непонятно это. Это Ригас. Шампо Кейв. А вот это давай я. Вот себя показывай, общайся с ним. Кто я не себя, а что показываю? Я вас показываю. Людям вы интересны, Лех. Ваша персона. Вопрос-ответ. Так, вопрос-ответ, давайте, смотрим. Ригас чмо. Реально? Да, вот смотри. А нахуй ты нас показываешь? Подожди. Нас... Что нас показывает? Здорово, пацан. Здорово, пацан. Привет из Петрозаводска. Петрозаводск какие-то. Не дергайся, глючит. Все, стою на месте. Привет из Калуги, красавы. Пацан, где тети? Тети, что когда вы, альбом, Лех? Когда в Уфу, Лех? Когда позовут? Птичка больше не достает, тебя спрашивают. Когда в Питер? Питер у нас 29 апреля. Во два. Привет из Тулы. Гуф, что так напрягся? Че напрягся? В Красноярск, когда приедешь? Красноярск? Когда город дорог? Два. Гуф, ты охуенен. Гуф и лучший. Две Н, кстати. Рязань ждем. Здравствуйте, здравствуйте. Под плюшками, походу. Ты че, под плюшками? Конечно. Смотри, какую плюшку и съешь. О, нормальная плюшка. Казань когда? Сегодня. Война. Уже прошла, все. 21 апреля Казань. Тула 4. Тула у нас 4 марта. Показывай себя, хуй нас показывай. Гуф синий. Ты синий, спрашиваешь? Не, не синий. Привет из Химок, братья. Кейф тебе, походу. Какие новые старые? Не знаю, какие-то. Когда в Оренбург? Никогда. В Украину когда? Не знаю. Привет из Крыма. Из Крыма. Из Крыма, ну. Из Крыма. Здравствуйте. То и дело. Здравствуйте. Класс, спасибо, Эдгар, ты испортил нам вечер просто. Стал и с этого еще ракурс. Когда Сургут? Да, Сургут. Из Иркутска. С Ленинска, привет, Гуфу. Так стильный, пацан. Ну, ты стильный пидор. Ты сверху, а стильный пидор, да. Ты потому что сверху много, я стоял, тебе пишут, не видел? Да, я видел, да. Ну ты же. Они же искренне считают, что ты лысый. Как? Они же искренне считают, говорю, что ты лысый. В смысле, лысый? Они не понимают просто всей культуры, блядь. Конечно, не понимают. 4.20. 4 сбоку и 20 сверху. Это они придумали. Да, это вы только придумали. Что? Типа 4 сбоку и 20 сверху. Стрижка 4.20. Это вы чей? 4... Не, такое может быть. Может быть. Но у меня так не получится, да? Почему? Ну, через недельки 3 получится. Вот ты что скажешь? Вот у этого мужчины, что он думает? Ну, у него просто дикий стайл. Тотальный стайл. Ты его побрил? Я бы его на ноль побрил бы, блядь, его. Нахуй бы я его побрил. Мы не можем улететь в Омск, блядь. И что, никогда не улетите теперь? Да прямо, ага. Ну это ж в твоем стиле было бы. Я устал, я поехал домой отдыхать. Пизду Омск. Но здесь уже поздняк, так говоришь. Понятно. Была использована эта опция. Уже использована? Да, как у тебя... Я не могу, блядь, комментарии смотреть. Да, почему тебе почему? Никто не комментирует? Не, они комментируют, нам никто не следит. Я вижу комментарии, почему ты их не видишь?
Ну давай, просто у меня последние долбоебы. У тебя последний долбоеб? Не, у меня тут Леха в Омск летит, спрашивает. Смайлики с сердечками отправляют. Все, братан, давай. Привет. Ну все, давай. Привет, Эдгар. Все, давай. Наверх. Там есть 6 мест. Е-бой. Е-бой. Е-бой.